Спаси! Αδύνατο! Σωτήραν την Гиппократ, славно, что ты здесь. Разве? Взгляни вокруг.
Афины при смерти. Что это за недуг? Не знаю. Я знаю одно. Он поражает всех без разбора. Богатых, бедных, философов, крестьян. А я бессилен. Что происходит с больными? Пустулезная сыпь, лихорадка, бледность, повышенная потливость. Многие умирают в своих испражнениях. Неужто ничего нельзя сделать? Я стараюсь облегчать страдания. Болезнь передается через выделение, я уверен. Тела нужно сжигать. Твое сострадание к другим восхищает меня. К сожалению, сострадание – это все, что у меня есть. Боги указали мне на мою надменность. Мы лишь смертные, и боги любят напоминать нам об этом. Мне нужна помощь с сожжением тел. По улицам снуют безумцы и мешают мне работать. Что за безумцы? Последователи Ареса. Суеверные глупцы. Напали на меня, потому что тела сжигать нельзя, представляешь? Каиду этих последователей. Я помогу сжечь тела. Отправляйся к Аиду. Это закат величия Афин. Позади. Вот и все.
Алексиус, вернулся! Я спешу, прости. Стой! Куда? Скоро приду. Встретимся у Аспасии. Как ты все-таки похожа на меня. Друзья, я знаю, вы злы. Любой был бы в ярости. Ведь есть те, кто прячется, вместо того, чтобы бороться с хаосом. Поймите, Перикл больной, друзья, я знаю, вы злы. Любой был бы... Аспасия! О, Алексиус, ты вновь вернулся в Афины. Но город мертв. Наш мир рушится у нас на глазах. Мир мрачен, но ты жива. Верно. Но они хотят уничтожить все, что создал Перикл. За этими стенами царит хаос. Люди забыли, что значит быть людьми. Нам нужно поговорить. Я узнал кое-что о маме. Имя, корабль. Алексиус, не время. Перикл умирает. В одиночестве. Он гонит прочь даже Гиппократа. Бормочет что-то о своем драгоценном Парфеноне. Я вернулся в Афины, чтобы поговорить с тобой, Америн. Твоя мать увидит завтрашний день, а Перикл не доживет до заката. Вы были вместе много дней. Я всегда был один. Периклу нужна помощь, но он не пускает меня к себе. Он уважает тебя. Ты сходишь к нему? Возможно. Согласишься, и я найду время для разговора о Мирин. А пока что помоги ему. Попробую. Это Алексиус. Да. Входи. Как унизительно, что именно ты видишь меня таким. Ты впрямь не похож на себя. И чувствую себя так же. Вот лекарство. А, да. Я привык, что обычно их приносит Феба. Я хотя бы жив. Чего не скажешь о моем городе. Теперь это тень былого. Что ж, отныне здесь правит Леон. Ему придется вдохнуть в город новую жизнь. Я хочу посмотреть на Афины. Выйдем на балкон. Все изменилось. Мне не хватит сил, чтобы взглянуть смерти в глаза. Ты поправишься, если покажешься Гиппократу. Нет, поздно. Болезнь не делает исключений. Боюсь, я подвел Афины. Свой народ.
Аспасию. Нет, неправда. Ах, ты добр. Но я проиграл. Аспасии нужна защита. И Афинам. Я думал, что пожертвовал Афине достаточно, но ошибся. Я должен быть там, на улицах. Тебя растерзают. Клеон не пытается успокоить толпу. К счастью, Клеон не увидит меня таким. Я благодарю богов за это. Больше не за что. Вини не богов. Вини мир, что встал с ног на голову. Судьба Афин решена. Остается только ждать. Ты должен вернуться и отдохнуть. Я должен быть в Парфеноне. Это мой великий дар Афинам. Нам нужна милость богов. Но Аспасия... Аспасия права. Обычно да. Но не в этот раз. Да. Я пойду внутрь. Спасибо, Алексиос. Скажи Аспасии, что я был послушен и выпил лекарство. Ладно. Перикл принял меня. Он покорно выпил лекарство. Спасибо. Что-то не так? Феба до сих пор не вернулась. Я видел ее в толпе. Куда она направилась? К Анастасиосу узнать насчет переправы. Как только Перикл поправится, мы покинем Афины. Выбора нет. Но она пропала. Бояться нечего. Аспасия, бушует чума. Ты ведь знаешь, она лишь дитя. Отдай Фебе должное. В ее годы я была беспомощнее. Перикл знает о культистах в Афинах. Это опасно. Правда? Я думала, он просто бредил. Я разыщу ее. Где живет Анастасиос? В доме напротив Адеона Перикла. Хайре. Здесь бдительные стражники.
Вроде я на месте. О, боги! Что здесь произошло? Это резня. Предупреждение. Хорошо, что Фебы здесь нет. Надеюсь, она цела. Деймос, похоже, сдержала слово. Нет! Эй, нет! Феба! Умри! В атаку! Земля. Мать всего. Выслушай.
а не Азо. Алексиос, все хорошо? Мне нужно увидеть Аспасию. Сперва найдем Перикла. Он пропал. Каиду, Перикла! Говори, где Аспасия? Алексиос! Прости, Феба! Аспасия ищет Перикла у Парфенона. Ступай туда. Думаю, стоит пойти с ним. Согласен, друг мой, согласен. Вот ты где, Алексиос. Скорее, возможно, Перикл внутри. Что на тебя нашло? Фебу убили. Культисты. Я не смог помешать. О, нет. Милая Феба. Она умерла в одиночестве. Нет. Ты нашел ее. Ты был рядом. Я знаю, как много она значила для тебя. Они будут наказаны. Сражайся. Ради нее. Аспасия, ты здесь? Вы нашли Перикла? Быть может, он внутри молится. Он не захотел оставаться на вилле. На горе все стало еще хуже. Это безумие. Поговорим потом. К делу. Перикл... Но! Я собираюсь уничтожить все, что ты создал. Отними моих. Перикл! Не смей мне мешать. Потеряно. Великий человек. И вряд ли мы осознаем, насколько. Нужно увести ее из Афин. Возьмем корабль. Надо уходить, иначе он погиб зря. Ладно.
Нам нужно торопиться. За мной, мало ли что. Он приказал никого не выпускать и привести к нему Аспасию. Я не пойду. Прочь! Держи их! Все в порядке. Идем. Мы остаемся, Алексиус. О чем ты? Мое место здесь. Я не могу оставить Афинин без врача. А Спасию ты защитишь сам. А нам оставь Афины. Город захвачен. Афины, которые вы знали, мертвы. В этом-то и дело. Мы начнем сначала. Уверен? Я прожил жизнь как афинянин и умру как афинянин. Окажите мне услугу, вы оба. Конечно. Найдите тело Фебы. Похороните ее. Конечно, со всеми почестями. Спасибо. Нам пора, Алексиус. Я рассчитываю вновь увидеть вас, живых. Издали Афины кажутся такими спокойными, словно там царит мир. Но это лишь видимость. Мне так жаль, Аспасия, насчет Перикла и Афин. Не надо казнить себя. Это не твоя вина. Кажется, я подвел их всех. Никому не смог помочь. Наделал ошибок. Не думай так. Во всем виноват только культ космоса. Перед смертью они будут молить о пощаде. Непременно. А пока нужно подумать о будущем. Ты знаешь, куда плыть? Я надеялся, ты поможешь мне. Конечно. Та женщина... Феникс. Песнь сирены и ее корабль. Феникс. Да, именно так. Я слышал, этот корабль стоит в порту острова Наксос. Что ж, плывем к Наксосу, найдем Феникс. Капитан на борту! Навались! Варнава, ты не поверишь, что случилось в Лесаре. Хотя, наверное, поверишь. Я тебя слушаю. Я нашел у Пноса легендарный лабиринт. Ты был внутри? Я победил Минотавра. Как интересно. И все? Вообще, речь идет о богах, не работ. Скажи, как выглядела эта тварь? Так ли он свиреп, как говорят? Да, да. И запах источал жуткий. Как вообще можно поверить, что... Я вырвал у него рог. О, боги. Ты настоящий герой! А этот артефакт обладает особой силой. Культ не должен заполучить его.
Мужчина он Кере. Я покинул мостик. Всем больно, ждите приказа. Шустрей!